Привет! Начинаем нашу тренировку! Активно двигаем бедрами. Делаем махи руками. Отдыхаем. Отдыхаем. Поставьте широко ноги. Активно работайте руками. В середине трека по команде меняйте руку.
меняем руку. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Поставьте широко ноги. Активно работайте руками. В середине трека по команде «Меняйте руку». Меняем руку. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Активно работайте руками. Поставьте широко ноги. По моей команде меняем руки. Меняем руку. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Встаньте, расставив стопы, как Милана. Поднимите локти до уровня плеч и выполняйте движение удара, как Милана.
отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Поставьте широко ноги. Активно работайте руками. В середине трека по команде «Меняйте руку». Меняем руку. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Поставьте ноги на ширину бедер, как Милана. Поднимите левую руку и заносите правый локоть над головой. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Расставьте стопы, как у Миланы. Поднимите локти до уровня груди и выполняйте махи руками в обе стороны. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Выполняйте движения руками, как Милана.
Выполняйте движение тазом, как Милана. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. Меняем руку. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Поставьте ноги на ширину бедер, как Милана. Положите левую руку на бедро и поднимайте правую руку над головой. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Встаньте, расставив стопы, как Милана. Вытяните обе руки вправо и выполняйте ими махи над головой. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. Меняем руку. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Соедините руки над головой, как Милана. Выполняйте движение тазом вперед и делайте движение руками. Напрягая мышцы пресса, возвращайте таз в исходное положение, не отклоняя его назад.
Отдыхаем! Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Двигайте руками, как это делает Милана. Чувствуйте ритм трека. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Встаньте, слегка расставив ноги. Выполняйте движение руками, как Милана. Напрягая мышцы пресса, возвращайте таз в исходное положение, не отклоняя его назад. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Соедините стопы вместе, как Милана, подтягивая локти к плечам. Отводите таз назад и скрещивайте руки, как Милана. Напрягая мышцы пресса, возвращайте таз в исходное положение, не отклоняя его назад. We'll be right back.
отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Ура! Тренировка закончена! Я вас поздравляю! Вы супер и можете гордиться собой! Нажмите на колокольчик, чтобы получить уведомления о следующей тренировке. Это поможет вам реже пропускать и чаще тренироваться. До следующей тренировки! Пока!